Всем привет! Сегодня мы приготовим для сайта Yemcook итальянские тортеллини. Тортеллини, хоть и напоминают русские пельмени, но готовятся со своей изюминкой. Начинка тортеллини может быть разной. Я хочу предложить вам творожный вариант со свежей зеленью. Приготовленные путем варки тортеллини подам к столу с ароматным ореховым маслом. Состав продуктов совсем незначительный, так что начинающим поклонникам итальянской кухни наши миниатюрные пельмени придутся по вкусу. Потребуется мука, яйца, рассыпчатый сыр или жирный творог, свежая зелень петрушки, соль и молотый мускатный орех. Тесто замешивается пресное, на яйцах с мукой. Именно большое количество яиц в тесте – особенность итальянских блюд, подобных пельменям или вареникам. На рабочую поверхность просеивается мука. По одному разбиваются куриные яйца. На 2 стакана муки потребуется 3 яйца. После чего тесто осторожно замешивается руками. Формируется в колобок и тщательным образом вымешивается не менее 10 минут. Тугой эластичный колобок убирается в пакет, а затем в холодильник на 30-45 минут. Займемся начинкой. Зелень свежей петрушки измельчим ножом. Сыр необходимо поместить в миску и хорошо размять с помощью вилки от комков. Я использую домашнюю соленую брынзу. Присоединим к творожному мягкому сыру куриное яйцо. Затем добавим измельченную зелень петрушки. После чего начинка тщательно перемешивается. По вкусу добавим соль и молотый мускатный орех. Снова перемешиваем начинку до однородности и убираем в холодильник на 30 минут. Тесто и начинка хорошо охладились. Приступим к лепке тортеллини. Колобок теста делится на две части. Берется сначала одна часть и раскатывается в тонкий пласт. При раскатке используется мука. Постарайтесь, чтобы пласт превратился в прямоугольный.
С помощью ножа для резки пиццы и обычной школьной линейки формируются 5-сантиметровые квадраты. В серединку каждой заготовки выкладывается немного охлажденной сырной начинки. Лепятся тортеллини сначала в форме косыночки, а затем в уголки соединяются в бутончик. Варятся итальянские пельмени в большой кастрюле до полного всплытия, а затем еще 2-3 минуты. Удобнее всего отправлять тортеллини на варку, придерживая за верхний уголок. Творожные тортеллини идеально сочетаются с масляным ореховым соусом, который готовится самым простым способом. Сливочное масло поджаривается в сотейнике до характерного орехового аромата. Тортеллини, поданные на порционном блюде, обильно поливаются маслом и подаются к обеду или на ужин. Тортеллини по-итальянски готовы. Ямкук желает вам приятного аппетита!